Привет! Мы Ганаси и Дарикон. И сегодня мы будем снимать необычное видео, да? Сегодня мы будем магичить. Да, будем снимать, делать волшебство. Волшебство. Привет-привет, девчонки-мальчишки, всем приветики, приветики. Итак, Николька у нас сегодня молодая ведьмочка, да, у которой предстоит первый урок волшебства. И первый наш фокус – это с фигурками. Вот видишь, у нас две разных фигурки. Желтенькая и красненькая, да, Заня? Да. Посмотри на них внимательно. Какая фигурка у нас больше, а? Больше фигурка такая. Желтенькая вот эта, да? Да. А теперь закрой глазки ручками и подуй. Открывай глаза, открывай. Держи фигурку желтенькая. Она больше, да? А я теперь вот так вот возле и красненькую тебе дам. Держи вот желтенькую и красненькую. А теперь посмотри, какая фигурка больше. Вот такая. Красненькая больше, да? Видишь? Молодец. Вот получился фокус у нас первый, да? Умница. У меня здесь волшебная книжка. У нас есть волшебная книжечка, да? Вот такая у нас волшебная книжечка. Покажем деткам. Она пустая, ничего нету. Ничего вообще нету. Пустая книжечка, пустая, да? И теперь давай будем представим, что да. Тут мы нарисуем воображаемых животных, да? Каких животных ты бы хотела тут нарисовать? Слоник. Слоник, молодец. Бэмби. Бэмби. Кого еще? Носорог. Носорог. Леоне, это по-итальянски лев, да, по-русски? Еще жирафа. Жирафа. Обезьянку можно нарисовать. Обезьянку. Да? Кенгуру. Кенгуру. Который прыгает с сумочкой, да, и маленькая кенгурушка в нем сидит. Да. Носорог. Носорог есть. Вот. Давай какую-то рыбку можно. Дельфинчика давай, да? Дельфинчика. Дельфинчика давай. Так, теперь давай. Магич. Еще? Хватит, наверное, давай. Опля. Давай посмотрим теперь, что у нас получилось, да? О, ух ты, кенгуру с попугайчиками. Ух ты, носорог. Смотрим дальше. Жираф, ливон, лев, да? Обезьянка, верблюдик, слоник маленький и большой. И крокодильчик вон в речке, да? Медведь, два дельфинчика. Это кто? А, пантера, пантера. И Бэмби, как ты хотела, да? Смотри, как классно получилось, да? Да. Супер. Ну, они все черно-белые у нас получились, Николь. Да. Надо что-то придумать, чтобы они были цветные. Да? Да. А теперь в голове представь всех животных, что они цветные, что они разукрашены. Все. Представила? Да. Представила? Да. Точно? Угу. Не перепутаешь заклинание? Нет? Ну, давай, магич. Магичишь уже? Давай. Все? Не знаю, ты же магичишь, не я. Опля, точно? Ты представила хорошо? Смотрим. Опять ты что-то напутала, Николь. Ну посмотри, ну все белое. Ну как так, Николька? Ты перепутала. Ты плохо представила. А ну подумай теперь еще хорошо. Представь. Кенгуру маленький, большой, слоников представь, дельфинчиков цветных, они в море, да, плавают? Пантеру черную представь, и как Бэмби на травке пасутся, да? Магич давай. Магичим над книжечкой, думаем, представляем. Опа! Все, да? Итак, ребятки, смотрим, что Николька нам намагичила. О, попугайчики, цветное все, носорог, ух ты, лев, жираф, обезьянка, молодец, Николька. О, смотрите, слон какой красивый, и вон нильский крокодил, да, он кусается, всех кусает, да, молодец. И смотри, белый медведь с дельфинчиками, умница, посмотри, и пантера, и Бэмби тоже цветной у нас, Николь, умница, молодец. А теперь книжечке надо вернуть ее вид, какой он был, да? Да. Чтобы не было там ничего, чтобы книжечка как была беленькая, так и осталась. Давай, магич теперь еще раз.
Ну надо, она же была пустая, надо сделать обратно ее пустую. Думай, представляй, все животные ушли, медведь ушел, дельфинчики уплыли спать, да? Кенгуру спрятался. И теперь смотрим. О, молодец, все животные ушли. Видите, ребятки, ничего нету. Умница, молодец. Все, закончила ты у нас и второй урок. Ставлю тебе 5. Умничка. На этом наш урок закончился, волшебства. Говорим всем пока-пока-пока-пока. Подпишись на канал, Серебрякой. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока-пока. И пропустите наше видео. И не пропустите наше следующее видео, да? Пока!